Джуди Ли, постучи в окно. О, что это? Ход. Слышишь? Вот она! Она со мной! Она со мной! Вы видели? Пока, пацаны, пока. Блин, это стрёмно. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Растишкамен, Dark Dragon, майор Чернобаев. Пацанчики, поздравайтесь. Добрый вечер, друзья. Здравия желаю. Сегодня мы играем очень крутую игрушку. Это игра-хоррор, называется Фасмофобия. Это первая серия на моем канале. Если тебе кушать, приятного аппетита, а мы будем начинать. Да, атмосферный. Это же такой, знаете, дом в лесу. Пострашнее будет. Вот это самый прикольный дом, страшнее. Да, я запомнил это задание. Икс. Зашли в дом три мужика. Тихо, я кого-то слышал. Никого еще нет. А мне послышалось, какой-то звук был. А к тебе я рад. Слышать? Блин. Знаете, если вы так заходите в дом, и кто-то в кресле сидит? Это было бы очень стрёмно. Я пошел смотреть имя. Такое все, знаете, темное. Какой нужен градус, чтобы найти его? Вроде 11, да? 11 будет. У тебя термометр есть? Да. Надо его искать в комнате. Часы тикают. Стрёмно аж. Очень классно сделано. Даже в машине слышно, как это тикает часы. Тут 11 было между проемами. Где? 13 тут. А я один боюсь ходить по этому дому, это нормально? Может, да. На втором этаже, я не знаю. Давай на втором этаже. Я на втором этаже, пацаны. Бежим. Не все, не везде, не включай, оставляю в коридоре. А где Дим? Зеркало разбито. Я вот. Вот. Я хочу найти место, чтобы я буду разговаривать с ним, хочу попробовать. О, лента для мух висит, даже такие мелочи, это приятно. 16. Господи, я обосрался. Я обосрался, как вы включили фонарь. Да не бойся. Ванна такая страшная, и туалет весь в говне. Да вообще очень дом стрёмный, если честно, я бы не хотел тут жить. Очень старый и грязный при этом. Да? Да. Туалет засран, не спорю. Еще выше можно? Да, на 3 этажа. Идёмте на чердак. Так, ну я тут пока что не нашел. Я не знаю. О, может банки покидать или что-то такое может произойти? Можно, видишь. Ты нашел место, выходи. Где прятаться будем, а? А как его зовут? Джуди Ли. Джуди Ли, да? О, Джуди Ли, если ты здесь, дай знак. Готовь, сейчас вырубаю. Джуди Ли, если вы тут, дайте знак. Уроните любой предмет, который мы смотрим, который здесь есть наверху. Мне кажется, не будет ничего делать. Джуди Ли, сколько вам лет? Я слева слышу, как кресло покачалось. Я не пугай. Реально это стрёмно. Слышу. Я ещё дал знак. Я не знаю, я скрип услышал. Мы не ходили, а я услышал скрип. Джуди Ли, если вы тут, напишите в книге что угодно. А может быть такое, да? Да, они могут писать. Но если они будут писать, значит, надо уйти из этой комнаты. Не, наверное, не будет ничего писать. Да, надо, значит, уходить из дома. Джуди Ли, напишите в книге, в дневнике что угодно. Надо найти нужную точку, мы даже где уйдем с комнаты. Блин, а манекена испугался. Здесь больше всего обсираешься каких-то предметов. Лопата, тут очень много классных предметов, все так детализировано. Дима, ты спускаешься там? Я иду, надо выходить. Я изучаю этот дом. Главное, силикон, кстати, 125. Не будет, потому что он напасть может, думаю. Я могу упасть, нет. А он же убить, да, может опять? Смотря какой призрак. Ну так, по-моему, в первой катке нам попался какой-то жесткий, да, призрак? А это был мини... кто-то там. Мимик он был. Да. Короче, туалет, да, в говне весь. Согласен, очень стрёмно выглядит это все дело. Я где-то видел 11 градусов, это было на первом этаже. А, активность была, четверка. Сейчас двойка, нет, сейчас однёрка. Надо было мне датчик взять, который есть. Этот. А у тебя сейчас датчик, побегу. Который уф, он что делает? Какой, меня? Который ультрафиолетом светит. А, он показывает, где он был примерно, ну отпечатки оставляются от него. Да? Игра, ё-моё! А где обычно он оставляет следы? Господи. Я нашел комнату, где 3 градуса. Где?
Она на первом этаже, прям, типа, входишь и слева прям комната. Там так, все, выходим на улицу или что надо делать нам, чтобы его найти? Сейчас мы должны найти. Он что-то не проявляет никаких знаков. О, камера, а что эта камера делает? Где? А вот я в руках камеру держу. Я, кажется, нашел комнату, я тут 5 градусов один даже. Пошли, найдем сначала место, где он примерно хотя бы обитает, оставим камеру, будем смотреть. Если он там будет на камере виден, ну это такой огонек, значит это призрак какой-то типа будем. Ну идем поставим, где обычно он ходит? Откуда кто-то знает, где он ходит? Тут 8,5. Дверь закрой, подожди, чтобы... Уже на улице холодно, ты уличную температуру измеряешь? Ну так, да. Не знаю. Короче, я здесь ставлю камеру, пацаны. Тут 5 и 6. Поставь здесь сюда один куда-нибудь. Тут вообще 3. Ага. Ой. А как на... я... На F, если не ошибаюсь, надо ставить. Да? Понял. Да, нет, наржи, чтобы его выкинуть. Если... Во, я поставил. Только что-то она снимает не так, как надо. Надо ее повернуть. Во-во-во-во. F надо зажать, чтобы поворачивать. Во, смотрите. Во, все. Теперь надо пойти в фургон, думаю, и... Идемте в фургон. Ставить. Ребята, очень классная тактика. Как вы его можем выследить? Только так. Это чё там? Это чё? Это электричество. Там за этим электричество. Так, чё, выходим, да? Да, да, вы выходите, давайте я похожу по дому. Блин, два шага сделал и устал. Что я такой уставчивый? Я блин, уже вышел. Атмосферно все выглядит. Здесь еще есть два места выхода из дома. Короче... Где так, где камера? Одна мышка нажимай. Вот, ночной режим включен. Знаете, вон огонек, смотри, летает, видел? Такой маленький, пушистый. Вот, да, вот. Да, вижу. Вижу, ребята, это призрак. Два огонька. Три. Видишь? А, стой, это фонарь выключи, Дима, я сейчас тоже. Это летает, вот, призрак. Где фонарь? Или нет? Сейчас, дай посмотрю. Все, не летает, летал. Вот он, это призрак. Так, что отмечай делать? Идемте его бить. И что ему делать надо? Нет, отмечай в дневнике, это призрачный огонек. А где дневник взять? На О нажми, на русскую. Да. Так, нажимаем. Там сверху призраки будут. Отлично. Ну, доказательства надо. Так, что надо делать? Мираж, фантом, что это? Пока не надо, нам еще мало доказательств. А самое интересное, призрак, если здесь, где-то обитал, ходил, он может выключить свет просто в доме. Кто-то... Мне кажется, кто-то в окне стоял. Выключили вообще-то здесь свет. Света был. А что дальше делать нам? Как мы... Вот мы его обнаружили. Еще надо одно доказательство, потом думать, кто это. О! А, это ты нажал? Так ты хоть не пугай меня, блин. Я эту игру боюсь, реально она какая-то стрёмная очень. Батареи старые, жесть. Так, а какие еще надо? Давайте я буду следы его искать. Может где-то. А где она обычно следы оставляет, ребятушки? Она где-то. На дверях оставляет? Она везде может оставить. Так. Слышал? О! Это что? Господи, это ее комната была, кажется. Мы нашли ее комнату. Вот это вот? Я слышал, она разговаривала, она в углу была. Она голову вниз повернула. Она под дверью справа. Ребята, у меня мурашки. Она шагает! Где? Мурашки похожи. Она на втором этаже ходила, я слышу. Дима, вот да. Она где живет. А это ее комната, мы нашли. Точнее, а что она пищит? Потому что он где-то здесь живет. Ищем следы, ребята, ищем следы. В углу был, я видел, как же мне страшно. Он в углу. А эти следы легко будут на фонарике, да, увидеть это? У меня фонарик мигает. Уходи, это охота. Или может что-то пугает он тебя, беги лучше. А, у меня сейчас полные штаны. Дверь закрыта. Дверь закрыта, ребята, прощайте. А нет, дверь открыта. Дверь закрыта. Его комната закрыта. Дверь закрыта. Кто здесь? Поможем. Кто здесь? У нас в ту сторону открывается. Возьмите кто-нибудь эту хрень. А что это? У меня дома выключили. Да, я возьму. Все, ладно, я подобрал. Так, ну вот, мы там то все поувидевали. Как дальше? Джудили, попрови себя. Господи, ты меня напугал, я выхожу отсюда. Да блин, это очень стрёмно. Начнем с Дима. Джудили, прови себя.
Блин, самое интересное, мы были в этой комнате, и чисто на нас он испугался. Покажи себя. Красный свет стал резко. В углу он стоит, как же страшно. Посмотри, посвети на эти окна. Нема. Ну, блин, значит, нет отпечатков, да? А дай мне рацию, я поговорю с призраком. Открыл дверь, он там стоял, и его волосы увидел, и руки. Так, я могу теперь говорить, да, с ней? Да, попробуй. Нажми только, включи эту хрень. По тебе разговариваю. Джуди Ли зовут, да? Джуди Ли. Да, да. Джуди Ли, дай знак, если ты здесь. Просто дай знак. Надо Диме надо одного вставить, потому Джуди что... Джуди Ли, дай знак. Дверь открыла. Лампочка мигает. Это пойдет? Бегу. Активность немножко поднялась на двух. Еще сейчас раз. Иду я. Джуди Ли, дай знак. Опа, это ты дверь открыл? Да. Не, другую дверь. Нет, он не свет, это ты включил? Нет. Слышишь, скрипит что-то? Блин, ребята, это самая лучшая игра, которая может быть. Ты можешь общаться с призраком. Самое интересное, активности нет. Стой. Джуди Ли, выключи свет. Слышу топот? Да. Она наверху где-то ходит. Слышишь? Это мне рация жужжит. Это она врубил. Джуди Ли, дай знак. Это она включает все? Да, это она, это не я даже включу. Слушай. Это она говорит. Она пытается нам что-то сказать. Да. Значит, с ней можно диалог. А давай выключим тут свет еще раз. Фотик есть? Давайте я фотик принесу. О, неси фотоаппарат, будем ее фоткать. А ну еще раз. Джуди Ли, дай знак. Может, пойдем в другую комнату? Не, она здесь, видишь, как прям разговариваешь сильно. А ну, давай сейчас. Джуди Ли, постучи в окно. О, что это? Ход. Слышишь? Вот она! Она со мной! Вы видели? Пока, пацаны, пока. Блин, это стрёмно. Вы её сфоткали? Вы её сфоткали? Это она. Получается, я с ней вышел на связь? Да. Офигеть, ребята, это очень... А что я могу теперь ей сказать еще? Отметьте, получается, что это было у нас. Радиоприемник, отметьте сразу. О, охота! Дима, прощай. Беги. А, она меня убила. Офигеть, все-таки, видите, надо быть очень осторожным. Так, мне что отмечать еще? Смотри, это призрачный огонек был, радиоприемник. А как знаю, мы можем ее, как теперь ее поймать? Мы должны просто определить, а потом охотники за привидениями ее просто поймают, придут. Так определяйте тогда ее. Это девочка это. И мы тогда победим, да? Радиоприемник, да, мы победим как раз. Это Мара, Йокай или Анрио? Да, здесь надо думать, я не помню, блокнот остался наверху. Блин, а как вы узнаете, что это охота или что? Это видео фонарик мерцал? Да. Это охота была. Надо было наверх, да, меня бежать? Она долго меня преследовала? Надо было прятаться в шкаф или куда-нибудь, чтобы она тебя не нашла. Я думаю, это Мара. Я поставлю Мару. Поставь Мару. Давайте, может, победим? Сейчас проверю. Ребята, давайте, напишите в комментариях, угадали мы призрак или нет. Конечно, жертвой мною. Ну ничего, это было прикольно. Это было очень страшно. На самом деле, это, наверное, одна из самых страшных игр, которые я играл на компьютере. Это очень стрёмно. Да, это НЕ. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.